Яценюк вернет каждую копейку, каждый украденный доллар. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший одесский губернатор. В ответ на обвинение однопартийцев, экс-премьера в том, что, цитирую, проделки Саакашвили довели до банкротства Одески Припортовой, бывший губернатор заявляет: Яценюк со своей бандой получил сотни миллионов с предприятия, а теперь они сокрушаются, что завод остановил свою работу. Саакашвили уверен, бывшему премьеру придется платить по счетам.